Друзья, всем привет, хорошего дня, хорошего настроения, хорошей игры. В этом ролике я решил поэкспериментировать и занять топ-1 с динозавром и посмотреть вообще, может ли он чем-то помочь. Может ли он помочь топ-1. Вот, что они едят. Вот, также здесь есть бои динозавров. Вот, так что... будет интересно. Так, вот я одного приручил, и здесь есть другой динозавр. И сейчас будет бой. Что-то мой динозавр слабенький. Пожалуй, я приручу победителя. Он как раз-таки подходит для моих целей. Иди сюда, маленький засранец. Так, он съел кости, и он съел мясо, которое выпало с того динозавра. Вот так вот. То есть, косточки, мяско они любят похавать. Сейчас я ищу еще одного динозавра. Индикатор показывает, что где-то рядом есть динозавр, но визуально что-то пока не видать. Вот, нашел динозавра, решил приручить еще одного. Он какой-то смирненький оказался. Вот, решил с двумя динозаврами побегать. Так, что-то он там еще схавал, я так и не понял, куст или что-то такое, непонятно. Второй динозавр что-то завис, не хочет идти. Было прикольно, если бы сделали, чтобы можно было на динозаврах кататься. Это, я думаю, это было бы зачет. Что-то динозавр не отвис. Я решил его поджарить. Мой динозавр потерял тоже хп. Ох, надо будет его как-то отхилить. Одной канистры оказалось маловато. Сейчас будем второе. Второй канистры тоже чуть-чуть не хватило, к сожалению. Бинты он хавать не хочет.
Сейчас попробую слюрпом его отхилить. О, получилось. Пока я вижу, что иногда динозавр мешает, ломая мои постройки. Его можно мяском покормить. Так, ну чуть-чуть он помог, там капелюшку урона нанес, походу. Погреемся с моим динозавриком у костра. Так, вот наша потенциальная жертва, и сейчас мы будем проверять нашего динозавра в действии. Ну, видно, что динозавр сделал пару укусов. Но эта помощь довольно-таки сомнительная. А, ребят, что думаете по поводу этого, по поводу динозавров? Вот, насколько они помогают. Вот, также смотрите дальше из другой карточки, из другой серии тоже про динозавров. Здесь будет небольшой бой. Здесь будет поедание курицы. Смотрите, как классно охотится динозавр за курицей. Это зрелищно. Слабонервным не смотреть. Кажется, он с курицей разделался. И умер от бури. О, вот еще динозавр. Сейчас мы что-то сделаем. К сожалению, буря его наказала.
Мой динозавр тоже не выдержал такого напряжения. Так, ну вот теперь будет еще один бой. Ну, видно, что там ничья, буря все испортила, и они все того. Друзья, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.